С начала года в Люберецкую областную больницу поступило более сотни единиц медицинского оборудования. Техника, закупленная по программе здравоохранения Подмосковья, работает в поликлиниках и стационарных отделениях. Что нового появилось в хирургическом блоке, врачи показали нашей съемочной группе. Хирургическое отделение первого стационара Люберецкой областной больницы. Задействовано сразу два операционных зала. На одной точке работает травматологическая бригада, на другой врачи проводят эндоскопическую операцию. Одновременно здесь могут находиться 5 хирургов. Наличие оборудования теперь это позволяет. Современная операционная требует современной аппаратуры и современных методов лечения. Естественно, у нас появились аппаратура для проведения под контролем ультразвука, либо видеоэндоскопических операций. Это увеличивает скорость реабилитации больных, восстановление их трудоспособности, уменьшение риска послеоперационных осложнений. Леонид Соколянский как раз один из тех, кому провели операцию с помощью нового видеоэндоскопа. Сегодня вторые сутки после хирургической процедуры. Пациент уже на ногах и чувствует себя отлично. На следующий день я смог ходить, приседать, сидеть, естественно, и спокойно спать. Вот вчерашним вечером я уже мог спокойно спать на боку. Вот уже сказали, сегодня к вечеру выпишут. В арсенале отделения появился также стерилизатор для операционных инструментов. Этот аппарат способен автоматически обеззараживать принадлежности хирурга за считанные минуты. Можно большой набор простерилизовать за короткое время. За 50, по-моему, минут. А до этого нужно было собрать, отправить в автоклав. А то, что он здесь рядом, очень удобно. В день хирурги первого стационара Люберецкой областной больницы проводят от 15 до 20 операций. Раньше эта цифра была меньше в два раза. С помощью нового оборудования увеличилось не только количество проводимых процедур, а что самое главное, их перечень и качество. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.